Фэр врывается в мейн, делает минус по ФНХу. Продолжает делать минуса, еще забирает и Лукаса. Ну и тут заканчиваются уже игроки команды Immortals. Они, конечно, пытались, но вот Эфир демонстрирует нам, куда и как нужно бегать и действовать. Фэру одним патроном убивает двоих. Вы посмотрите на этого парня. Ну, это шикарно. Эйс, и нафармил он там большую тучу денег, 7500. Пойдет раздаст всем по фармгану.